Привет, я Милена. И сегодня я покажу вам одно упражнение для ягодиц. Я его включила в свою следующую тренировку, интервальную, круговую. И это упражнение действительно подкачивает ягодичные мышцы, делает попу высокую, упругой. Я заметила вообще, что всем нравится почему-то упражнение для отдельных групп мышц. Я с удовольствием вам его показываю. Смотрите, что мы делаем. Мы садимся в обычный сход. Садимся, ноги на расстоянии ширины плеч, стопы строго параллельно. Зажатые мышцы корпуса, плечи назад и вниз. Макушку тянемся вверх, шея, продолжение позвоночника. Садимся низко. Оп. Сели так, чтобы бедро, нижняя часть бедра была параллельно полу, показываю сбоку, да? Вот такое положение. Из этой позиции мы садимся еще ниже. Садимся полностью, вес тела переводим на пятки. Спину стараемся удерживать абсолютно прямой. Поднимаемся вверх до параллели с полом и шагаем. На расстояние тоже где-то сантиметров... Столько, сколько занимают ваши плечи. То есть сантиметров 50. Раз, два. Перешагнули. Стоп. В низком положении. Снова сели вниз и вверх. И в другую сторону назад. Раз, два. Сесть здесь. В сторону здесь. Сесть вверх. Раз, два. Вниз. Раз, два. Строго параллельно стараемся удерживать стопы. Раз, два. Вниз и вверх. Работает очень хорошо вот эта часть. Стараемся не переносить весь тело на носки. Тогда начинают работать четырехглавые мышцы. Хотя они все равно будут работать. Здесь работает и спина, на самом деле все тело. Но больше упор делаем на ягодичные мышцы. И делаем 20 шагов туда, обратно, да? То есть одно приседание вверх. Переступить вниз, вверх. Это один раз. Можно сделать 30, кому мало. Для тех, кому сложно сесть, какие-то болезненные ощущения в суставах, мы делаем просто меньше амплитуду. Сесть, да, здесь. Сесть ниже, но вес тела на пятки. Пока вы можете держать вес тела на пятки, это ваш уровень. Как только вы начинаете садиться, все, пошло сюда, это не то, нам не нужно это. Поэтому пока вы здесь, пока вы на пятках, и удерживаете силой ягодичных мышц, вы садитесь низко. Как только вы чувствуете, вес тела падает вперед, переносится. Стоп. Здесь выше. Зажать все. Втянуть мышцы корпуса, плечи назад. Перешагнуть. Пам, пам. Вниз, вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот такое упражнение. В следующей тренировке вы увидите. Будет очень классная тренировка. И качайте свою попу.